встречает как родных в каждых городах. Такой теплый прием. У нас пробег Москва-Брест-Москва. Мы едем от Москвы до Бреста и обратно в этот, память нашим ветеранам, в честь памяти. Мы не должны допускать наш побег. С таким трудом, с таким трудом, но все-таки едем. Тяжело, конечно, на машинах. 47-й год, 60, вот у меня второй год. Сами мы из Сергиева Посада, но ребята вот с московской, это бронетехника нас пригласила. Границу пересекли просто все вот так. Свистели, радовались. Наша задача – беречь мир. А мы вообще как-то даже и не поняли, как будто мы все дома. Замечательно, везде встречи, просто замечательно организованы. Мы все, вот честно, вот от души говорю, под большим впечатлением. Во всех городах, где мы останавливаемся, детишки, мамы подходят с детишками, даем им автоматы, одеваем пилотки, каски, все, что они пожелают, и их фотографируем на фоне техники, сажаем в технику, на технику. Никаких проблем с символами нашей совместной гордости я не встречал. Везде народ радушный, и причем вот в городе Орша был прием, конечно, но просто вот, вот я не знаю, как описать его словами, настолько было все эмоционально, так было торжественно. Не так, как сегодня. Ветераны все дождались нас, были очень благодарны, что мы приехали, что мы этим делом занимаемся, поэтому нет, никаких, я считаю, проблем с георгиевской ленточкой на территории Белоруссии нет. Это наш общий, скажем так, тренд, в котором мы идем, и мы будем всегда удерживать нашу историческую память совместно.